Всем привет! С вами снова Сафронова Ольга. И, как обещала, покажу две кофточки, как они смотрятся на 52-м размере. Первая кофточка вот эта. Вот такая вот она интересная. Это артикул 151W 2310. Вязаный джемпер. В составе 60% хлопка. Есть в таком вот в красном варианте и в черном варианте. Что мне нравится, здесь вот резиночка очень хорошо прижимает. В принципе, можно одеть хоть с юбкой, хоть с брюками. Такие рукава пушистые, интересные. Кофта очень комфортная, мягкая такая. И за счет дырочек, вот в ней не так жарко. Если жарко, так вот немножко поделаешь, и прям вот действительно вентиляция. Ну, не зря, видать, дырочки эти придуманы. Ну и смотрится так прикольно. Единственное, что пришлось одевать топик, потому что не очень красиво, что просвечивает, когда телесного цвета все. Как-то вот мне не очень комфортно показалось. Я одела темный топик, так вот мне почему-то понравилось больше. Вот такая вот кофточка. Я считаю, что она идет размер в размер. Решила себе ставить. Так вот она смотрится в каталоге на девушках стройненьких. И вторая модель – это вязаный кардиган с поясом, артикул 151W2401. Чистая шерсть в составе, так написано. Цвет серый меланж и песочный. Я взяла посмотреть вот такой вот песочный вариант. Вот так вот он смотрится. Взяла два размера, 50-52, но побоялась, что будет мал. И взяла 54-56, вот такая градация. Вот это размер 54-56. Я бы не сказала, что он мне велик. В принципе, как раз и 50-52, но что хочу сказать, она тянется, безгранично тянется. Натянется хоть на кого, это действительно очень интересная такая безразмерная, безразмерный кардиган. Такой вот длинный-прилинный пояс, наверное, если натянуть на большого человека, хватит подпоясать хоть кого. Можно носить запахом и завязывать поясочком. Мне запахом завязывать как-то не очень нравится. Вот так вот кажется даже интересней. Ну, в любом случае, вот так вот смотрится размер 52, может быть, где-то 54, не знаю уже сколько, да, как, в каком даже я размере. Но кардиган 54-56. Тоже очень удобная, очень комфортная, очень мягкая, мягкая такая ткань хорошая. Вот серый интересно тоже посмотреть. Ну, что-то не стала рисковать брать серый, а то я так люблю все черное, серое, синее. Взяла песочный. Вот такой вот вариантик. Можно, я думаю, что завязать сзади, чтобы они не болтались, не мешались. И это будет выглядеть гораздо интересней, чем запоясываться. Вот если так, вот мне даже больше нравится. Но действительно мягкий, комфортный, на зиму очень даже классный вариант. Вот такие вот новиночки пришли. Утепляйтесь, одевайтесь. Такие вот классные кофточки. Действительно тянется очень хорошо и к телу очень приятно.